Всем привет, друзья. Сейчас я возле своих утят. Где-то остальные бродят через дорогу. Так, в общем, вот селезень по немецкой линии. Две уточки. Это молодая, ту, которую я оставил. Это вон старая уточка. Вон молодая уточка. Надеюсь, сегодня селезень где-то по двору ходит, наверное. Так, вот еще две уточки. У нас сейчас дождик пошел. Ну, у тебя там это не страшно. Сейчас гляну, может, он там. Хочу вам показать черного селезня. Так, возле пруда его тоже нету. Странно. Ну, сейчас, ребят, найду. Продолжу. Нашел он там, с другой стороны. Итак, ребят, такие у меня мысли, размышления. Как вы думаете, вот это, такие селезни немецкой линии будут крыть обычных уточек? Я думаю, будут. Поэтому принял решение своего селезня, который я покупал в том году, убрать по обычным корейским уткам. Почему? Потому что мне тогда придется вот этих белых куда-нибудь отсаживать в другое место. А мне этого как бы не сильно хотелось и делать. Потому что хочется чисто, чтобы немецкая линия была отдельно, а обычно это отдельно. Поэтому я решил убрать старого своего селезня, а все-таки по немецкой линии оставить двоих. Потому что у меня, по-моему, 7 уточек получается. Для одного селезня как бы многовато. Поэтому останутся эти двое. Возможно, по сезону. Сейчас я... Вот видите, как уточкам хорошо. Да, вот второй селезень. У него что-то из глаз слезится. Вот. Они вроде нормальные. Еще спрашиваю, у меня летают ли они, ребят? Не знаю, летают ли они. Я не замечал, чтобы вот эти белые летали. А вот там и молодые. Да, вон тут две старых, две молодых уточек. Вот черненькая, старенькая, вон с черненьким старенькая. А это тоже две молодых. Ну вот такие вот дела. Пошел дождь. Ночью у нас было минус 10, сейчас плюс 4. Такая вот весна. И снимаю я 7 марта. Они вот во дворе вышли с сарая, поели и пошли вот так до двора. Вечером произошли, поели и пошли в сарай. Вся их задача. Телефон намок. И планирую на следующей недельке, сейчас, чтобы не было дождей, то ли мороз, то ли это, чтобы был небольшой, чтобы во дворе не было воды, и все-таки проглистовать всех курочек и уточек. Курочки тоже более-менее начали нестись, там от 5 до 10 яиц в день, по сравнению с 1-2, это уже хорошо. Так, давайте опять вернемся к остальным. Это надо позгребать все. Тут дрова мы сюда привозим и в буржуйке сжечь, там где свинота. Так, утята, вы где? Вы же во двор хотите. Вот. Ну, вот. Все в куче.
Я думаю, будет крыть оно. Сейчас пущу. И одна старенькая уточка с ними ходит. Вот по размерам видно, что это меньше, это больше. Хотя это старая, это молодая. А ну вот идите подальше. Куда вы пошли? Догоняй. Куда они так упорно пошли? Как будто что-то увидели. Погода жуть у нас. Думают, как обойти во двор, это я двор закрыл, чтобы их поснимать. Сейчас спущу. Здесь тоже не пройти, да? Ну вот, ребят, как вы думаете, правильно я делаю, что убираю старого селезня, оставляю чисто селезней по немецкой линии для всех утят. Они вот такие хорошенькие. Не знаю, этот, наверное, чуть больше, этот чуть меньше, ну, незначительно. А там посмотрим. Я думаю, справится. Сейчас спущу. Идите, собирайте остальных уток. И пойдете во двор. Да? Дождик идет. Сейчас покупаетесь, выкупаетесь. Здорово, все с ним в порядке, ну пролистывать надо. Все, ребят, пошел я открывать, запускать их во двор, пускай едят, идут уже отдыхать. Все, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока. Видели своих уток домой? Все, ребят, всем пока.